Глава региона Игорь Кобзев и заместитель генерального директора Дома РФ обсудили будущую застройку в Иркутске. На рабочей встрече стороны затронули вопросы свободных площадей в столице Приангарья. Ранее губернатор и акционерное общество Дома РФ заключили соглашение по возведению здания межвузовского кампуса и строительства 94 тысяч квадратных метров жилья. Самое главное, что мы сегодня договорились, что это будет территория прилегать к стадиону, где сегодня РНИТУ имеет свои законные основания находиться там. И в рамках этого мы, знаете, на этой неделе встречались с Сергеем Викторовичем Чемизовым. Мы проговорили все-таки жилищное строительство вокруг авиазавода, чтобы это было рядом, комфортно, удобно.